Самолет из Челябинска совершил экстренную посадку в Шереметьево. Сухой суперджет приземлился в столичном аэропорту из-за технических проблем. Точные причины неисправности выясняются. Пассажирские самолеты этой модели находятся под пристальным вниманием после череды происшествий. Так, в мае в самолет рейса Москва-Мурманск ударила молния. В результате часть авиасудна загорелась, 41 человек погиб. После этого специалисты поставили под сомнение безопасность конструкции этой модели.